Наконец-то раскрыта всемирная история Гёкберга Демирджи и Азгии Гиза. Если вы просмотрите видео до конца, вы будете проинформированы о последней собранной нами информации о звездных игроках. Наша красивая пара, встретившаяся на съемках клятв, публика нашла очень совместимой с самого начала. Вскоре новости о романе двух актеров начали рисовать в соцсетях и на сайтах журналов. Хотя Гёкберг Демирджи и Азгии Гиз какое-то время хранили свои отношения в секрете, они наконец поделились этой радостной новостью со своими поклонниками. Гёкберг Демирджи, который сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Азгии Гизу и получил положительный ответ, поделился этой радостной новостью со своими поклонниками. Однако некоторым казалось, что эта любовь, очаровавшая многих телезрителей, была привнесена в продвижение сериала «Обещание». Дуэт, запечатлевший публику перед экраном своей гармонией в сериале, добивался очень хороших результатов в рейтингах, пока Азгии Гиз не покинул сериал в конце второго сезона. После того, как Азгии Гиз покинул сериал, дуэт, который принес сериал в хорошие места как своими выступлениями, так и своей любовью, пережил большой упадок в сериале «Йомин». Гёкберг Демирджи и Азгии Гиз не забывают делиться фотографиями, которые они сделали, проводя время вместе в своих аккаунтах в социальных сетях со своими поклонниками. Паре, которая ранее задумывалась о свадьбе, пришлось отложить свадьбу из-за пандемии в настоящее время. Поскольку Гёкберг Демирджи работает в напряженном темпе, а Азгии Гиз участвует в переговорах о новом проекте, красивой паре пришлось отложить свой брак. Поклонники гадают, когда поженятся Гёкберг Демирджи и Азгии Гиз. Согласно полученной нами информации, Гёкберг Демирджи и Азгии Гиз планируют провести свадьбу в один из следующих летних месяцев. И так как вам найти пару Гёкберг и Азге, не забудьте написать свои мысли в комментариях к видео.